Два из семи. Всего столько пассажирских маршрутов разыграли в мэрии. Перевозки оказались не в цене. В городской администрации накануне прошел очередной конкурс, но без аншлага. В мэрии объяснили, почему. Два маршрута. 3Т от улицы Тихой до 24 микрорайона и 16-й торговый дом «Исток областная больница» обрел новых хозяев. Между тем, другие маршруты оказались невостребованными. В конкурсе на каждый лот должно принять участие как минимум два претендента, но их не нашлось. А ведь буквально пару лет назад борьба за городские маршруты доходила чуть ли не до драки. Что касается лотов 1, 2, 3, 6 и 7, получается, конкурс у нас с вами не состоялся по причине отсутствия заявок. Тем, кто привык ездить на автобусах номер 1, 15, 24Т, 65 и 65Т, придется выбирать другие маршруты. То есть, если мы даже их и снимем, ничего страшного. Другие маршруты обслуживают.